переделе. Лариса Бунина живет в 12-м микрорайоне уже 37 лет. Рассказывает, что сквер Дубовый Колок – это любимое всеми место отдыха. По ее словам, когда озеро пересохло, местные жители очень расстроились. Сейчас она рада тому, что вернулась не только вода, но и утки. А уточки прилетели, вон они прям купаются. Все кормят их тут очень много хлебом. Ну вот теперь спасибо тому, кто это вот организовал. Озеро пересохло не в первый раз. 7 лет назад такое уже происходило. После того, как его почистили, оно снова наполнилось водой. В этом году озеро пересохло вновь. Местные жители очень обеспокоились. Они написали об этом в городскую администрацию и в интернете. Городские власти отреагировали. Сейчас озеро наполняют водой автоцистерны. Сюда уже на радость местных жителей вернулись утки, а весной планируется запустить рыбу. Зона отдыха прекрасна. Здесь и дети, и взрослые. У нас очень... Это вот погода плохая. А так, вы знаете, сколько людей? Очень много отдыхает, любуются по весне с удочками. Так что нам озеро очень нужно. Чиновники Департамента городского хозяйства и экологии пообещали, что все работы по очистке озера завершатся до 15 октября. Анатолий Головко, Никита Борисов, Дмитрий Мешканцов. События.